І зараз будемо з вами говорити про красу, про естетичну медицину. Давайте я спочну спочатку з регалій нашого гостя. Отже, научний експерт міжнародного рівня, автор клінічних досліджень у сфері естетичної медицини, дерматології, онкології, неврології, респіраторних та кардіоваскулярних захворювань. Ну і підготував більше ніж тисячу учнів в Україні, Германії США. Ізраїлі та Сінгапурі. І міжнародний спікер володіє Stella Awards 2019. Ух! Нічого собі. Ігор Руденко у нас у студії. Добре. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго. Так, давайте почнемо напевно, од з найпростішого. Так. Ми всі звикли в суспільстві, там це естетична медицина, це красиво, там все. Це... Що насправді таке естетична медицина. Доброго утро. Большое спасибо за приглашення. Вопрос очень непростой. Угу. Казалось би. простой, но для нас он не до конца очевиден. Я всегда делил на такую, знаете, традиционную медицину или медицину боли. Ну, то есть это такая медицина, где пациент боится или страдает от каких-то там неприятных болевых ощущений. И для него очевидна проблема, и он хочет от нее избавиться. То есть он хочет меньше страдать. А эстетика – это там, где пациент он здоров, у него ничего не болит, нету болезни как таковой, он хочет быть более счастливым. Вот, и поэтому вот это совсем новая такая парадигма, что ли, до конца которую никто в мире еще осознать и классифицировать не может. В отличие от традиционной медицины, у нас нет точного диагноза вот, в основе, который мог был бы быть посчитан в чем-то, знаете, вот... Угу. вот. Красота, в чем ее высчитать, да? Угу. Нет, мне нужно взять пациента, полечить, а потом сравнить его состояние финальное с исходным и сравнить в цифрах то, что делается в традиционной медицине. Так, так. У нас нельзя так сделать. Поэтому до конца непонятно, э, поскольку, видите, другой немножко здесь исходный лейтмотив. Здесь есть колоссальный компонент моды, ну да, стандарты красы, так? Угу. Здесь есть большой компонент шоу. Сейчас большой компонент CMM, Инстаграма и прочих соцсетей. При этом в основе лежат серьезные процедуры до конца, наверное, даже врачами не, 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 так, не осознаны, да? Угу. Я бы сказал, что при всем этом как-то такая, знаете, серая масса, она растет движется вперед, этому однозначно быть, и, наверное, когда-нибудь мы сформируем эти все стандарты, все остальное. Но на данный момент я бы разделил, скажем, эту медицину на, вот, допустим, какие-то ту зону, где точно медицина, там, хирургия, допустим, и где совсем не медицина, там, поверхностные крема. Вот оставив такой некий пул с кучей, кучей, кучей вопросов. И, наверное, вот самое главное, о том, о чем я упомянул, нам надо как-то всем решить, а как этому придать явление медицинские, то есть найти какое-то показание, которое можно посчитать, создать протоколы, которые можно было бы изучить, ну и привнести какую-то науку в это все, потому что науки пока что практически нету. Угу. Неочікувано. А от наскільки це взагалі зараз актуальна тема знаєте, серед населення України і хто користується, ну, чоловіки чи жінки більшим попитом користуються? Традиційно, конечно, дівчинки. Ну, звісно. Тому що там великий пласт цього всього, він називається красота. Угу. Вот. А красота прерогатива дівчат, безусловно. Ну, візуальний визу образ имеється в виду. Но там еще есть такой антивозрастной компонент, который интересен обоим. Mm -hmm. Вот, поэтому и мужчины тоже. Более того, у этого есть вот тот компонент, о котором я сказал, он повышает качество жизни человека, причем порой очень существенно. Но и своего рода, и человек, попавший в эту вот струю, mm -hmm. он максимально старается в ней оставаться, потому что его новый образ, молодой образ диктует для него самого и для окружающих позитивные хорошие эмоции успешность уверенность в себе и все что связано скажем, с делами человека его бытием как таковым все улучшается по сути это другая личность личность не та которая там страдает от болезни угу. а личность которая у которой все хорошо у которой которая молода веселая ну и, соответственно, все идет хорошо. А кто же не хочет быть таким? Угу. Повторюсь, оно бы именно еще больше пошло, если бы было то, о чем я только что сказал. Если у этого был бы хороший медицинский фундамент, и не было каких-то там проблем, которые сейчас, к сожалению... Вісьма 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 обширний. А ну, от ми зараз повернемося до проблем. Тут є один ще момент такий. Стандарти краси нам диктують те, що модно бути молодими, модно бути там, успішними завдяки зовнішньому вигляду. А як зробити так, щоб ось ця жага до молодості не зіпсувала взагалі твоє життя і, в принципі, твоє здоров'я? Адже це ж потрібно постійно робити якісь оперативні втручання для того, щоб шкіра виглядала молодше, там якісь підтяжки робити. От як зберегти себе, не втратити? Очень интересный вопрос. Отвечу философски. Mm -hmm. Я отвечу с позиции молекулярного биолога. Mm -hmm. Вот с точки зрения молекулярной биологии у нас нет такого я. Это наше я, наша личность очень динамичная. Опять же, вот, для вас, наверное, позвучит нонсенс, но уникальное я исчезает, когда мы ложимся спать. Когда мы просыпаемся под. Возникает похожая, очень, но немножко другая уже личность, как, как, как рождается новость своего рода. Ведь мы не живой организм, а состоим из живых организмов, которые там, между собой, каждый раз договариваются mm -hmm. по-новому. И вот то я, которое в, в парадигме молодости, оно лучше того Я, которое думает о каких-то проблемах или еще mm -hmm. что-то. А мы ведь так устроены как мы себя условно напрограммируем да как как наш, наша кора сообщит остальным клеткам бытие, таким оно и будет то выходит так что каждого ранку мы народживаемся снова с точки зрения молекулярной биологии ну, да так наша личность создается опять ну вот она выключилась так. когда мы заснули а проснулись но включилась вот они клетки собрались опять договорились между собой возникло некое такое надклеточное я как, как вот муравейники, муравьи, угу. и соответственно процессинг этого я, развитие этого я в процессе там дня, вот, а оно может быть разным. Если человек, допустим, с самого утра прививает к себе какие-то определенные там, принципы, ну не знаю, банально, там, любовь к порядку или настроено на что-то хорошее, таким образом пройдет его день, но и из этого уже собирается там, так. скажем, уже больше жизни, да, понимаете? Ага. Так. И если мы э, помогаем человеку сообщать, что хорошо, вот я настроен на молодость, я считаю себя молодым, я к этому стремлюсь, я для этого что-то делаю, у меня все хорошо, моя жизнь замечательна, я люблю жизнь как таковую, потому что молодость это и есть жизнь. Mm -hmm. То ваши достижения этого человека? работа его тела, памяти, мышления, она будет лучше. Это будет другое «я», которое вам будет точно нравиться больше, чем то, где этого нету. А смотрите, мы сейчас говорим про молодість, себе нужно на ней налаштовывать. Вы навели пример, как прибирание. А что действительно ну, нужно делать людині, чтобы налаштовувати эту молодость? Есть у вас какие-то лайфхаки для наших глядачів? Безусловно. Безусловно, мы же тоже там на месте не сидели. Но из, я сообщу там такие несколько важных, угу. я счит, как я считаю, лайфхаков, но это мы говорим сейчас уже о системном, потому что инъекция, э, операция это все-таки иллюзия в зеркале. Угу. Но это один из компонентов. Очень важный лайфхак постоянно повышать знания свои, учиться чему-то новому. Это крайне важно. Угу. Работа нашей коры определяет работу всего организма. Даже, даже если я делаю что-то уникальное, то, что никто в другом мире не, не умеет делать, но сделать то же самое, как и вчера, то я не обучаюсь. Угу. Надо постоянно что-то новое для головы. Это первый лайфхак. Второй. Повышать разумность это секрет. Второй лайфхак это эм, вот то, что называется стрессом. Угу. Не совсем правильный подход к стрессу, стресс вообще хорошая. Хорошая штука, рожденная эволюцией, помогающая выживать в тяжелых условиях. Вот. Но он должен быть острым. Ага. Когда он хронизируется, это отдельная тематика, мы можем поговорить когда-нибудь, то это начинает истощать организм в другую сторону. А, а, а за стрессом следует некая психотоксичность, ага. от которой тоже нужно максимально избавляться. Отдельная большая тема для разговоров, потому что психотоксичность эквивалентна и молекулярной токсичности. А отсюда может быть ожирение, и от болезней, и восприятие действительности как таковой, понимаете. Ведь по большому счету, все, что мы не видим, это в итоге импульсы, электрон и все. Mm -hmm. И их трактовка, их процессинг в коре, их так называемая. Дешифрация для коры может быть по-разному. Она может быть с выделением там, дофамина, и мы получаем удовольствие, или наоборот. Одно и то же, мы воспринимать можем по-разному, исходя из кучи-кучи-кучи условий. Угу. Но вот я бы посоветовал настраиваться на жизнь. Я часто слышу, что мне там то не нравится, пятое не нравится, опять же, я сейчас возвращаюсь в молекулярную биологию. Если индивид не любит жизнь, то ее легко очень отнять. Mm -hmm. Ее легко очень можно потерять. Mm -hmm. Но стоит так задуматься, что, знаете, мы ведь даже ничего не сделали для того, чтобы хотя бы дышать кислородом всю свою жизнь. Слухайте, тут просто такий момент, я зараз себе ловлю на думці, що ми зараз говоримо про естетичну медицину, але ми починаємо перш за все з внутрішньої медицини, з внутрішньої естетики. І потім, коли ми себе правильно налаштували на молодість, там, на те, щоб любити життя, до нас приходить свідомість того, що можна якось і покращити свою зовнішність. Тобто, Абсолютно верно. І у нас пропадає страх, як таковий перед цими процедурами, правильно? Повністю пропасть не може. Однако отношение, оно меняется. Ну, компонентов страха много. И я страх понимаю по Потому что единой какой-то позиции нет, а есть куча-куча-куча негативного опыта. Все не так просто, к сожалению, Максим. Я не могу одним словом вот так раз и дать ответ. Но в целом, поскольку, я же повторюсь, это движет человека в лучшее бытие, это все более-более-более популярно. Ну, настолько популярно, что вот э, та часть, где фундаментальная медицина, где наука, она не поспевает за этим ростом, mm -hmm. к сожалению. Mm -hmm. Так. Вот, э, мы, наверное, мы мало изучили <laughs> в силу разных причин. И, наверное, для этого есть очень веские уже основания делать это в ближайшее будущее. Садиться там, скажем, ученым за, за стол и уже как-то придать этому какой-то, я не знаю, научности, потому что моя точка зрения дальше продолжаться не может, как вот на данный момент. Пора уже, наконец, понимать, что это не маникюр, а нечто очень серьезное, которое может порой даже навсегда в худшую сторону изменить жизнь человека. И вот про худшую сторону, смотрите, если уже есть наследки, пошли какие-то ускладения, куда звертаться? Кто может помочь их выправить? Или реально их вообще выправить? А... Можно? Я так, известно, известно. Представлю учебник, такой методические рекомендации, это которые да, на эту мы недавно написали. Здесь 70 страниц текста, это для врачей. Там описаны очень много страшных картинок. речи, Лучше пациенту это не смотреть пока что. Давай я подавлю. Расскажи, пожалуйста, детальнейшее Вот там в конце есть своего рода такое некое общество, некий борт людей, которые давно в рынке и которые взяли на себя некую миссию помощи пациентам и врачам с осложнениями. Я являюсь разработчиком большой даже международной системы по борьбе с осложнениями, называется ага. сейчас IMCAS Alert и работает во всем мире. Доктор примерно понимает, куда обращаться, но если у пациента такое возникло, то, допустим, всегда может обратиться ко мне, я же там либо сам возьму, или перенаправлю. Найти меня легко, Игорь Руденко, либо в Инстаграме, там, либо в Фейсбуке, или вот, может, студия даст мои контакты, угу. могу телефон продиктовать свои, может можно сказать. в эфире это важно, другой, то мы да. Хотим, так. То есть найти несложно. Приходите, обращайтесь, и ну, за годы своей работы, уже лет 5 или 6 занимаемся осложнениями, повторюсь, на мировом даже уровне, наверное, тисяч шість-сім случаї ми розібрали. Больші з них подавляющие, благоприятно закончилися. Чим раніше обращення, тим більше шансов на успіх. Ну і давайте на завершення. Тоді ось э, дуже важливий аспект. Я от розумію, я ще ставлю себе на позицію пацієнта. Як пацієнту правильно обрати лікаря? На що потрібно звертати головну увагу. Очень тяжелий питання. Очень тяжелый ну, вопрос. Я, там, а вот в Украине нет нету решения этого вопроса. Даже плохой врач обманет пациента всегда. Я считаю, единственное решение этого вопроса, единственное, вот придумал, это введение так называемого board certification, по примеру США. Mm -hmm. Еще цель -цертификат. Это означает, что вот там 5-6 человек в рынке, так. которые уже дым давно и признаны рынком, они оценивают конкретного доктора на предмет его знаний mm -hmm. и подтверждают что да, есть board certification, или нет, надо доучиться. Эти данные высвечиваются на сайте. Доктор платит за попытку сдачи экзамена. Этот экзамен не купить. Угу. Мы как бы ручаемся за доктора, ручаемся своей репутацией. Вот. И это персонализировано. И тогда пациент, смотря вот, что он есть, он тем самым, ходя только тем докторам, у которых есть birth certification, тем самым запускает процесс, и вносит возможность, чтобы он заработал. Mm -hmm. Так происходит в Америке. Вот, и это работает уже свыше 100 лет, и это работает. Mm -hmm. Вот, собственно, единственная возможность каким-то образом выбрать врача. Так понимаете, это вот, если ты сегодня выбрал врача, это еще не означает, что через 5 лет врач такой же хороший. Mm -hmm. Если он расслабился, перестал учиться. Mm -hmm. вот, Короче, так. То и потерял, там, скажем, какую-то свою новизну. И и стал быть на пике новостей, то это тоже не очень хороший вариант. Так, такая структура, она для всех, для тех, кто в Борде тоже, мы тоже должны знать Борд она создает некий такой драйв постоянно соответствовать современным знаниям о медицине, угу. о безопасности, об общей медицине. Что думаете, что пациенты с эстетикой они не имеют болезни? Они имеют много болезней. Есть очень тяжелые заболевания, которые я выявил у пациентов, пришедших на банальную процедуру по эстетике. Угу. Вот. вот это единственное, что поможет и нашей эстетике, я считаю, и вообще украинской медицине в целом. Другого решения, на мой взгляд, не существует. Я зрозумів. Ну, взагалі, ми хочу вам подякувати за цю інформацію, тому що це, наприклад, для мене це було щось в новизну. Я не чула раніше про це у медицини. Сподіваюся, наші глядачі також для себе відкрили щось новеньке. Усім привіт! Мене звати Ангеліна Таран, і я хочу вам подякувати, що ви завжди разом з нами. Ми дійсно стараємося, щоб контент був цікавим та унікальним. А мене звати Макс Сербін, і ми чекаємо на вашу подяку. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте лайки і обов'язково пишіть приємні коментарі.